Всем привет, с вами Егорка, этот ролик посвящен рыбалке, ну и, соответственно, как получить трофей при ловле каждого вида рыбы. Для начала надо построить дом рыбака, или хижину рыбака, там, как она называется. Она находится напротив кузни, реды, и, в принципе, по-моему, на первом или на втором уровне поселка дается, то бишь, вы ее когда построите, то получаете в выборе леску в быстром наборе. Рыбу можно ловить где угодно, в любом водоеме. Единственное, что практически бесполезно ловить, где очень много птиц, 99%, что там рыбы не будет. Виды рыбы у нас это арктический голец, кунжа, красная нерка, лосось, отзерный голец, морской лещ, сом, налим, угорь, хек, пикша, камбала, палтус, скумбрия, окунь. Дальше у нас шет, осетр, и сайда. Ну и, соответственно, треска, которую периодически можно получить просто валяющийся или в сундуках, или где-нибудь рядом с сундуками. Поэтому я ее хоть и не ловил, но ачивку почему-то получил. Ну а дальше я, кому интересно, покажу, как где это рыба ловится, в каких местах. Так что смотрите, ну а позже в описании вы можете прочитать, где конкретно какую рыбу нужно поймать. Всем спасибо. Из-за рыбы дна не видно. Давайте, чешуйчатые крысы, тяните, ну. Обычная рыба. Давайте, чешуйчатые крысы, тяните, ну. Обычная рыба. Давайте, чешуйчатые крысы, тяните, ну. Обычная рыба. Сколько тут вкусной рыбы. Давайте, чешуйчатые крысы, тяните, ну.
Сколько же здесь рыбы?
Сколько тут вкусной рыбы.
мой брат так и плавает в пруду. Как-то я не уверена, что... Я дам тебе поесть, Уолтер! Червяков! Достаточно. Уолтер, сиди в кустах! Нам этого хватит. А вот и не хватит, дубина! Не обзывайся! Дубина! Дубина! Твой брат неплохо выглядит для рыбы. Мы думали, будет весело, если кто-то другой порыбачит вместо нас. Обдурили, значит. Получилось ведь? Если не злишься, оставь рыбу нам. На рынке нам дадут за нее сладости. Уолтер, рыба наша! Спасибо! И нехт это акуль пиул фрам хихе? Записка в бутылке? А, умно. Ожерелье в желудке коровы. Похоже, чтобы найти остальное, придется порыбачить. Сколько же здесь рыбы? Скользкие гады. Вот и ожерелье. Можно выручить кучу серебра. Может, оставить себе? Я нашла сокровище. Правда? Что ж, давай сюда. Не могу от запаха избавиться. Это все бесценно, несмотря на вонь. Спасибо. Thank you.
Вот твой угорь. Отлично! Давай в котел его. Готово. Не желаешь? Попробовать это? Да, мне очень нужна непредвзятая оценка. Бери побольше, не стесняйся. Что скажешь? Не... не очень. Боже! Пробовала я и хуже. Что же, теперь все, хватит. Пора собирать вещи. Может, с плодами другого королевства получится что-то путное? Куда пойдешь? В Вустер. Но будь я проклят, если назову соус в честь этого жалкого городишки. Ах, спасибо за помощь. Я небольшой любитель данов, но благодаря тебе могу двигаться дальше. Одно последнее одолжение. Отнеси, пожалуйста, это варево в грот под моим домом. Видеть его не могу. Прощай, удачи. Она тебе пригодится. Сколько тут вкусной рыбы.
Сколько же здесь рыбы?
Из-за рыбы дна не видно. Ah.